ход, еврейский пароход. В чем дело? Здравствуйте. Вы хотите войти? Здравствуйте. Вы хотите ехать? Здравствуйте. Да-да, не беспокойтесь, дайте взойти. Хор надо имени Пятницкого позвать, чтобы ради такого праздника. Может тронуться именно? Да, троньтесь, быстро, у меня куча дел. Все, я капитан, я даю команду, чтобы вы знали. И так, спокойно всем стоять. Смирно мне, ну-ка мне отдать концы. Почему именно вам? Тихо, Ша. Чтобы мухи не было слышно, отдать концы. Я говорю в гемофон, именно тебе, Яша, отдать концы. Почему именно я? Мы идем в Моне. Мы поднимем пояса и заведем мотой. Мы отходим от причала. Какой отходим? Зачем весь этот москаряд? Если мы пришли, давайте стоять, мне это нравится. То стой, то иди. Но мы же пароход. Пароход. Как минимум надо спросить у людей. Яша, я прошу, прекрати пение. А, это культу, этот капитан. Яша, клянусь тебе, женой Изи, что следующий рейс ты будешь наблюдать с берега. Мне уже страшно, я уже дрежу. Я такой пароход вижу каждый день. Это подвода вонючая. Все, прекрати. Пение закончили, мы поднимаем пояса, мы отходим от причала в машину. Внимание, отход. Первый, ну что, будем отходить? Второй, кто сказал? Он так сказал. Второй, что ж я не слышу? Я тебе говорю, он так сказал. Что ж я не слышал? А я тебе говорю, он так сказал. Но я же был рядом. Ну, что ж я не слышал? Может, ты отходил. Без тебя куда я отойду? Мы отойдем вместе. Так что ж я не слышал? А если он сказал мне? Ну, допустим, он сказал мне. Только тебе да. Так ты и отходи, а мы постоим. Ну, не палочь. Я говорю, он сказал по радио. Отдать концы. Отходим от причала. Первый, слышал? Давай. Почему именно я? Я сказал... А ну выключи, я сказал, по радио, отдать концы. Я сказал, отходим от причала, выходим в море. Первый, выключи, я сказал, по радио, отдать, щелчок. Так что именно он тебе сказал, я хочу слышать. Ты же слышал, может я хочу именно от тебя слышать, может я хочу знать, с кем имею дело. Щелчок, по радио, концы. Что такое, мы отходим или нет, что случилось, почему стоим? Я сейчас такое устрою, вам будет мало места на пароходе. Изя, Рома, немедленно. Подожди, стоп, щелчок, немедленно. Я кому сказал? Я тебе устрою, нет, стоп, щелчок. А, что я тебе устрою? Никогда. Ты меня? Таких штурманов? Опять щелчок, это все обрывки разговора. Ты когда-нибудь прокладывал курс? Я тебе устрою плевать. Я тебе устрою, немедленно отходим, невзирая на парусник. Я тебе, стоп, впрочем, нет, лучше стоп. Хотя вперед. Нет, давай, стоп, полный стоп. Все, прекрати связь. Щелчок, я тебе устрою, я на него положил. Я тебе устрою, в гробу я видел этот причал. Я тебе устрою всю команду в белых тапочках. Ты у меня голый босс и будешь стучать в бойцы. И мы тебе из иллюмината, я такое покажем. Все, отходим, он дал дорогу. Хотя все, нет, полный, стоп, нет. Стоп, стоп, я сказал, откуда это подвижность? Почему мы идем? Изи, куда мы идем? Где Куис? Где Лоция? Я не вижу створи. Стоп, стоп, полный назад. Вы решили вперед? Что вам там видно в машине? Ну давай вперед, хотя я сказал назад, и вы увидите, как я был пьян. Я Изи устрою, он голый и босы будет стучать в бой. Капитан, да, что такое? Что случилось? Изи передал, не хочу слушать. Там прямо по носу, не хочу слушать, я с ним, я его видел в гробу, я с ним не разговаривал. Он все-таки сказал, что если мы не возьмем левее буквально 2-3 градуса, мы сядем на мель. Передай этому подонку. Все, мое дело сказать, я сказал, хотите верьте, хотите нет, сидите на мели, не сидите на мели, у нас в машине куча дел без вас. Я уже 2 часа пробую получить с Ромой мои 15 рублей, идите пробуйте. И еще он передал, если вы немедленно не отвернете, вы врежетесь, во что он сказал. В общем, тут есть один остров. Капитан, передай ему вместе с его островом. Бабах, удар, все падают, шум воды, капитан. А, такой пароход. Нам его дали на сутки, проверить, какой он маяк. Я бы думаю, мы это сделали. Эммануил, да, я диву спорить. Песни сидим на мели, пробои на носу, отнялся задний ход. Впереди большие неприятности, штурман Гройсман списан на берег. Куда он сойдет, покидаю бойц, самый последний. Из машины пение. Я всю жизнь в машине, я никогда не знаю, куда мы идем. У меня такое впечатление, что на мостике все куевы. Капитан, ничего, ничего. Они мне все поломали, теперь я им все поломаю. Ничего, ничего, ничего. Вот вы пассажиры.
Пассажир, вы скажите, это экипаж? Нет, я интересуюсь, вы человек свежий. Это экипаж? Это голова Эзии. Они все едут в разные стороны. Пассажир, все? Я пассажир? Вы знаете, я это не скрываю. Это не пароход, это не круиз. Из кухни нет выхода продукции. Они образовали замкнутый цикл. Замкнутый цикл. И все глотают без выхода блюд. Мы с целью выбрасываемся на мель. Все спрашивают, что я потерял. Я потерял покой. Но я не ищу покоя. Я ищу Кингстон. Я хочу видеть шеф-повара, заполненного водой по горлу. И надавить на его дикий живот. У меня должны быть свои удовольствия, я их получу. В машине я договорился, за 14 рублей они подвезут нас прямо домой. И не надо нам искать такси, я уже все договорился. Ночью был дикий грохот, они сказали, что один дизель сошел с фундамента, но это их не беспокоит. И кто-то у нас спиздил винт на стоянке, поэтому нас заносит. Но они сказали, что уже сами спиздили винт у крейсера, но очень большой, и нас снова заносит. Но это все мелочи. Главное, что мы не можем отойти. Вот что меня беспокоит. Пол круиза прошло, мы не отошли никуда. Они все время принимают продовольствие. Тут такая скука, что я изменил любовницу с женой. Она так и не пришла в себя. Капитан, эй, на камбузе, вы уже приняли продовольствие? Из камбуза чавкая и напевая. Эх, кто это? Капитан, это я, Юхман, капитан. Из камбуза, это капитан. Капитан, говорит, вы приняли уже, это кто? Ваш родной капитан, а я родной. Вы приняли продукты, это кто? Капитан, говорит, Юхман, вы приняли продовольствие. Это кто? Капитан. Капитан Юхман, камбуз, ну? Капитан, вы приняли продукты, камбуз, это кто? Кто? Капитан, все. Я гоняю, плюю, последний день. Камбуз, нет еще. Капитан, когда закончите? Камбуз, это кто? Кто это? Капитан Юхман, когда закончите принимать продовольствие? А это кто? Все, последний раз, читям, на вокзал, по домам. Камбуз, не знаем. А кто это говорит? Это капитан Юхман сказал, я сдежу. Весь камбуз набеет. Камбуз, ой, не морочите голову, мы делаем фаршированную рыбу, и нечего сюда звонить вообще. Капитан, а вы слышали, что вчера отравились 6 человек? Понос, рилота, кровоизлияние. Камбуз, это не к нам, это в медпункт. Капитан, они отравились завтраком, это не к нам, это в медпункт. Это кто говорит? Камбуз, да? Капитан, медпункт. Капитан говорит, медпункт, не пугайте. Капитан, я не пугаю, я начинаю разговор. Вот ты не пугайте, я не пугаю, я начинаю разговор. Вот ты спокойнее. Я спокоен, медпункт, еще спокойнее. Без нервов. Только без нервов. Капитан, я хотел спросить, еще спокойнее. Капитан, я хотел, медпункт, еще. Заявляю вам, как и бывать, капитан, я спокоен, но я явлюсь к вам в изолятой, на носилках и перебью все прибои, и самый большой шприц я вам ставлю, куда вы не подозреваете, и без промаха, и в стерилизаторе я буду кипятить то, о чем вы не догадываетесь, ваш личный прибой. До тех пор, пока вы не поймете, кто капитан на судне. Медпункт, я подчиняюсь, вот два в отдел. Капитан, какой у вас профиль? Медпункт, я экстрасенс. Я все делаю на расстоянии. Мне достаточно пройтись по вашей фотографии. Капитан, это я пройдусь по вашей фотографии. Я отшму у вас то, чем вы лечите. Медпункт, я лечу энергией.
Я это делаю даже по телефону. Сейчас я сниму с вас это дурацкое напряжение. Капитан, давай, мерзавец. Снимай быстрее. Сейчас выйму штурвал и поломаю тебе ребра. Медпункт, не отходите от телефона. Я приступил. Повторяйте за мной. Я здоров, у меня теплые ноги. Капитан, все, снял. Сиди в изоляторе, я иду к тебе, мерзавец. Отъявленные у тебя. Медпункт, вас интересует завтрак, обед или ужин? Капитан, капитанский банкет для руководства. После банкета вся канализация была забита непереваренными кусками пищи. Мы высверливали куятину из стояков. Кто снимал пьебу банкета? Что это за сосиски, которые здоровяк и визон не может переварить до сих пор? Я уже не говорю разжевать. Тамада после первого тоста отказался выходить из гальюна. Нам не хватило посадочных мест. Я требую пьетокола санэпидстанции. Медпункт. Теперь легкими движениями вокруг головы. Снимайте излучение вниз, переводите его вниз по иквам. Капитан, сейчас я тебе, сука, дам. Я соединю камбас с изолятором, ты у меня будешь толочь пелец, а твой повар бурбиндер излучать энергию. Все, я клади трубку, эксцессенс. Это твой последний языковой по телефону. Ты меня достал. Я найду юрского капитана. Он тебе даст излучение. Бьясай трубу. Кто у нас в юбке? Вахтенный, кто в юбке? Ваша буфетчица. Если вы имеете в виду как женщину, не знаю, что вы в ней нашли. Она вас уже два раза нехорошо говорила. Я не понимаю, если вы не можете доставить женщине, то отправьте ее на учебу, на моториста, на бальные танцы, я не знаю, не держите на пароходе. Женщина, я никуда не поеду. Я сойду с этого судна последний. Не надо женщину чипать, я весь этот гадюшник перекантую. Я уже садану его любимой ногой, прошибу все борта. Кто ему будет делать те бифштексы, что он так любит, капитан? Ай, через эти бифштексы можно читать. А если вы женщина, буфетчица, я-то женщина, а вот ты, капитан, тихо, в чем дело, где лодцы? Где накладные? Я хочу проверить расход горючего. Тихо, все, тихо, ша, буфетчица, я тебя проверю. Ты у меня поскачешь. Ты что, забыл, как весь день в бинокль смотрел? Так я тебя еще раз подобью. Видимо, у него синяки, блин. Ты у меня с биноклем и на костылях мореход засраный. Туда-сюда. Кто у меня насчет ЗАГСа? Два года туда-сюда. Капитан, все, тихо, дуйся, тихо, сам. Товарищ буфетчица. Буфетчица, что ты сказал? Дуйся, тихо. Евдокия Ивановна, не мешайте управлять судном. Буфетчица, кто ж тебе, козел нечесанный, ваночки рыть будет, чтоб тебе парить? Капитан, все, тихо. Почему вся команда здесь? Что за цик? Языки к чертям. Кончена моя морская жизнь. Дуся, посылай. Буфетчица, что?